На автомобильной дороге Усть-Куйга депутатские ограничили движение автотранспорта. Ориентировочно проезд откроют 29 ноября, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Сейчас на участке наблюдается сильный ветер до 20 метров в секунду. В настоящее время организованы временные посты в 30 километрах от депутатского и 2 километрах от Усть-Куйги. С 27 по 29 на автодороге Усть-Куйга депутатский введено временное ограничение движения автотранспорта в связи с усиленными ветровыми нагрузками, достигающие до 25 метров и более в секунду. Угрозы жизнеобеспечения грузов перевозки ТЭР нет. Все грузы в полном объеме завезены, запас достаточный. Это временное ограничение выполнено в целях обеспечения безопасности на дороге, безопасности движения, безопасности людей. Сегодня после обеда погода улучшается, дорожные службы выходят на работу. Завтрашнему к вечеру дорога будет открыта. Первый заместитель главы района Сидорин Валерий Юрьевич.